На борьбу со льдом и снегом дворники выходят ранним утром. Нужно успеть очистить территорию подъездов до того, как жильцы проснутся и пойдут на работу и учебу. Надежда Чернышенко дворником работает уже 30 лет. Признается, зимой работать особенно тяжело. Эта зима выдалась суровой. И снега много, и морозы стоят сильные. Но убирать территорию все равно выходит ежедневно. Спасает оптимизм. Работа не из легких. Как погреемся, потом снова выходим на работу на свежем воздухе. Как говорится, закалку получаем. Физический труд на сильном морозе замерзнуть не дает. Вот только работа, сетуют дворники, неблагодарная. Слова признательности от жителей слышат редко. Нам спасибо даже говорят. Некоторые. Некоторые ругают, некоторые спасибо говорят. Второе ЖЭУ обслуживает полсотни домов в железнодорожном районе Самары. На этой территории работают 22 дворника. Трудятся по 7 часов в день, в будни и в праздники. Все обеспечены необходимым инвентарем. Сейчас особое внимание на борьбу со льдом. После очистки дорожки посыпают песком. Расходует сейчас на данный момент очень много, потому что везде гололед. И мы стараемся посыпать и не по одному разу в день, а по несколько. В ближайшие дни ощутимого потепления не ожидается, поэтому темпы работы дворники снижать не собираются. Лариса Шалафат, Станислав Левин, события.